Зачем компьютерная томография детям? Это безопасно? Мне, как детскому стоматологу, снимок КЛКТ дает важную информацию. Снимок КЛКТ позволяет нам оценить всю зубочелюстную систему. Нижняя челюсть, верхняя челюсть, суставы. В данном кейсе представлено отсутствие зачатков постоянных пятых зубов. Это говорит нам о том, что к молочным зубам нужно относиться более бережно, чтобы эти зубы достояли до того момента, когда мы сможем представить ребенку какие-то средства реабилитации. Мы можем оценить состояние смежных областей, в частности, это гайморовые пазухи. Например, здесь представлена патология, называется это молчащий синус. Вот так должна выглядеть здоровая гайморовая пазуха, в ней циркулирует воздух. В отличие от этой, здесь мы видим, что она забита разрастанием слизистой. К сожалению, ни панорамный, ни прицельный снимок не дают нам такой полноты картины. Ввиду того, что эти снимки двухмерные. На панорамном снимке зубы наезжают друг на друга, и мы не можем оценить состояние зубов, то есть мы можем пропустить кариозные поражения. Прицельный же снимок, он маленький, и он дает нам информацию только на ограниченном участке исследования. В целом, такие снимки не дают нам полноты картины, что может отразиться на постановке верного диагноза и качестве лечения. Дорогие родители, не стоит переживать по поводу лучевой нагрузки. Наши томографы самые современные. Они имеют низкий уровень лучевой нагрузки. Один снимок КЛКТ приравнивается к 3,5 часам просмотра телевизора или перелету на самолете длительностью 2,5 часа.